Вот. Вот такая полная идиллия. Буся сама пришла. Красоточка. Балечка. Бали. Буся, девочка. Буся. Буся, девочка. Красавица. Такие глазки. Любительница позировать. Да, Буся? Бали. Сладкая парочка. Бали. Ну посмотри, открой глазки. Не хочет он глазки открывать. Вот так вот. Вот так сладко. Сладкая парочка такая. И это на второй-то день. Практически в обнимочку. Вот все. Улеглись спать. Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Но сегодня видео не о цветочках, а о кошечках. Представляю вам новую мою директрису оранжереи. Вот такая вот девочка. Это у меня Бали. Ну, директор у меня спит. Ну, она вот разыгралась просто, не хочет никак сидеть. Буся, садись давай, садись, девочка. Вот молодец, вот молодец. Зовут ее Буся. Ну, она прям хорошо. Все ее любят. И Симоша, и Бали. А она вот такая вот у нас пока еще игрунья. Бали, посиди немножко. Ну, иди. Вот такая вот игрунья, девочка. Нам всего 4 месяца. Сегодня взвесила ее. 2 килограмма она весит у нас. Такая девочка упитанная. Вот такие глазки красивые. Покажи глазки свои красивые. Она у нас вот такая красотка с разными глазками. Порода такая же, как у Бали. Это шотландская длинношерстная. Если точно, то Бали Highland Fold, потому что ушки у него лежат. А это Highland Stride. Ну, их нельзя просто вязать, чтобы одинаковые ушки были. Поэтому девочка у нас Stride. Страйтиха вот такая красивая. Любит купаться. Я как-нибудь сниму видео, как она в ванночке себя ведет. Послушная девочка, цветы не трогает. Директор просто ознакомил ее с оранжереей, с замом показали все, сказали, что ничего трогать нельзя, и она ничего не трогает. Очень любит сидеть на задних лапках. Вот так мы играем. Буся! Буся! Она очень хорошо и быстро адаптировалась после приезда. Да, она приехала у нас из Москвы, красотка. Такая девочка, очень послушная, умненькая. Как теточку знает свою, туалетик знает. В общем, молодец. Мне вообще эта очень порода нравится, она такая как бы очень послушная. Ну и, конечно же, красивые такие котятки, посмотрите, какая прелесть. И какая вырастет кошечка-то красивая. Такие вот у нее здесь, такие висят волосики.
Ну, такая шерстка еще, конечно, детская. Она еще поменяет шерсть, потому что у Бали вот она вообще такая длинная просто стала. Любит причесываться. В общем, девочка-девочка. Буся! Буся! Аккуратнее, перевернись хоть у меня. Игрунька. Это ихний домик такой кошачий. Там Бали. Бали у меня в домике. В общем, хорошо они поделили. Места всем хватает. Красоточка, девочка. Ну вот, директор. Самый главный. Мордаха такая толстая, такая хорошая, такая упитанная. Да? Да. Он ее принял, кстати. Когда Бали у меня появился, он у меня прям шипел. А когда Буся приехала, то он как-то вообще быстро подружился с ней. Как вы видите, Бали-то уже возмужал, прям такой парень-то стал уже большой. Так что буду вам периодически показывать эту красотку, как она у меня растет. Увидимся в следующем видео.